Конкурс «Дети читают стихи». Сорокина Алиса, 5 лет, город Новый Уренгой, садик «Белоснежка». Агния Барто, «Я выросла». Мне теперь не дай вуз, я уж побываю. Соберу свои усы и серьезно подаю. Деревянную посуду я подать не буду. Зась нужно мне сам, не живо, что не хламу. А медведь из нас слишком ужал отдавать. Он отдаст ее машину и бросит под кровать. Поволос отдать идет, он плохой без Алиса. И потом мне нужно тоже подкладку пошиться. Мне теперь не дай уж, я уже побываю, но я Алиса серьезно ничего не подаю.